хорошо, хорошо. Вот купили такую вот грушу, кресло такое. Вот сейчас Никита покажет, сядет, покажет. Только не игрушку, а сам сядь. Как она удобна? Ты сам сядь, не игрушку. О, видишь, как. Ну как там шарики? Наполнитель хороший? Мягенько сидеть? Не игрушку покажи. О, видишь, как вот здесь прямо со спинкой. Спиночка такая вот. Это не спинка, Да. так можно просто сесть. Ну да, можно сесть и облокотиться. Позволяет вот так вот положить голову, положить прямо удобно, да? И шарики такие приятные, как массаж делаешь ты себе, да? Очень приятно, хорошая такая груша. Давай покажем сзади. Она идет, что там у нас идет. Нет, вот он замочек. Вот он замочек. И здесь такой наполнитель. И там вот такие вот шарики. Пенопласт. Ну, такие, да. Они как пенопластик такой вот. И вот они катаются. Пенопластик такой. Шуршание происходит. Вот. И удобно садиться. Принимает разные положения взрослого и детей. Вот такой там наполнитель. Стоит эта груша 3000, да, со скидкой где-то. Четыре. Ну, со скидкой. Вот такая вот груша. Вот для внука приобретена. Доволен, Никит? Тебе нравится такая груша? Она и легкая. Вот она, ребенок даже, да, подними. Спокойно, без всякого поднимает Можно она. даже пальцы. Да, даже пальчиком. Вот она. Удобная такая, в углу стоит. И никому вот она не мешает. Удобное положение. Вот так. Довольны.